Всем привет, дорогие друзья, с вами канал RC Russian Sport, и сегодня у нас на распаковке и обзоре хорошая и бюджетная аппаратура Radiolink AT9. Давайте ее откроем. Поставляется она вот в такой вот черной коробке. Она достаточно маленькая, и меня это очень сильно удивило. В комплекте мы получаем диск для программного обеспечения. Сама аппаратура идет в пакетике. В комплекте мы получаем приемник. И также пластмасску, чтобы подпружинить левый стик. Стики ходят достаточно плавно, работают хорошо, никаких нигде погрешностей нету. Посмотрим на тумблера. Здесь у нас двухпозиционный тумблер. Двухпозиционный тумблер. Трехпозиционный тумблер. Двух. Этот трехпозиционный тумблер. Двухпозиционный тумблер. Трехпозиционный тумблер и тумблер подпружиненный. Также у нас есть две крутилочки, которые достаточно мягенько работают. Давайте посмотрим на приемник. Приемник R9D с возможностью подключения по S-Bus. Это достаточно удивительно, потому что у бюджетной аппаратуры есть возможность подключения по S-Bus. Питается она от 8 пальчиковых батареек, либо же аккумуляторов, но я буду сюда ставить литиевый аккумулятор. Давайте ее включим. У нас есть экранчик. Разблокируется он нажатием на кнопку. Здесь у нас показывается название аппаратуры, номер модели, название модели, напряжение внутреннего аккумулятора, то есть аккумулятора самой аппаратуры. Как видите, она у нас опять заблокировалась. Давайте разблокируем и посмотрим на меню. В меню мы видим первое, это параметры. То есть здесь мы можем выбрать язык, мод, отключить или включить передающий модуль и также поставить имя нашей аппаратуры. И также можем сделать отсечку напряжения для издания звукового сигнала. Вторая менюшка, это модуль Select. То есть можно выбрать модель. Всего доступно 15 моделей. И также можем задать модели имя. Следующая менюшка – это тип модели. Здесь доступно несколько типов моделей. Также есть квадрокоптер. Это меню отвечает за конечные точки, субтриммеры, можно настроить, реверсы, throttle cut, триммеры, aux channel, то есть можно настроить каждый канал на определенный тумблер, таймер, чтобы вовремя сесть на вашей модели, режим тренера. Это я пока не знаю, что такое. Дисплей, то есть показывает работу стиков. Как можете видеть, отклоняю. И он показывает, причем в значениях, и показывает канал, на котором работает. И последняя менюшка, это приемник. Приемник можно подключить с телеметрией, и он будет передавать в это меню всю свою информацию. Также забыл сказать, что на задней панели есть небольшие такие джойстики, при помощи которых можно управлять подвесом, что достаточно удобно. Есть порт для подключения второй аппаратуры как тренера или подключения к авиасимулятору. Есть у нас разъем микро-USB, чтобы подключить данную аппаратуру к компьютеру. По аппаратуре хочу сказать, что она сделана достаточно качественно, нигде ничего не скрипит и все на отлично, несмотря на такую низкую достаточно цену. Хочу сказать, что это отличная аппаратура за свои деньги. Ну что ж, ребят, на этом мы подводим итоги. Radiolink AT9 достаточно хорошая аппаратура. В комплекте мы получаем все, что нужно, кроме, естественно, аккумулятора. На этом с вами заканчиваем. С вами был канал RC Russian Sport. Подписываемся, ставим лайки. Всем хорошего настроения, удачных вам полетов, ребята. Ссылку на эту аппаратуру есть в описании. Всем пока!